Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 18 лет. Сегодня собрался перегонять брагу из ячменного солода. На самом деле это у нас Симпсон 42 ppm. Посмотрим, что у нас тут получилось. Оба-на! Такое впечатление, как будто это бочка с капустой. Такая пленка сверху. Но на самом деле это то, чего я добивался. Просто я хотел немножко коротко сказать о молочнокислых бактериях. Сейчас я пришел к выводу, что заканчивать брожение нужно вот именно с таким результатом. В этом случае получается офигенный ароматище. Аромат такой густой, сладкий. Какие-то так, тропические фрукты. Ну, просто сказка. Ну и продукт, в свою очередь, получается тоже довольно интересный. Сегодня я все это дело перегоню. И послезавтра возьму с собой бутылочку Ньюмейка 07 на посиделке с Бентовин, который состоится в Москве на Дорогомиловской 4, ресторан Гамбринус, начинается в час дня. И все желающие смогут попробовать, что же получается вот из такой страшной штуки. Ну а на этом всем пока.